Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Времени уже много, я скажу всего несколько слов. Два слова, которые так любимы на земле, это любовь и красота. Слово «люби» вообще извращено. Называют любовью то, что является скверной. О красоте сказал один знаменитый человек. Красота спасет мир. Из-за красоты гибнут. Гибнут те, кто назван красивым. Был такой в России поэт Бальмонт Константин Дмитриевич. И он говорил, одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Если мы поймем, что Господь нам сказал в Евангелии от Иоанна 14:6, «Я есть путь, истина и жизнь», то противоречий в нашем мнении не будет. Мы будем знать, что все, что Бог делает, есть по любви. Поток. Погибли невинные дети всей земли, не считая то, что на корабле были. Иоанн Златоуст говорит, Бог избрал самую легкую смерть – это потоп. Мы должны мыслить категориями Священного Писания. То, что видимое – временное, а невидимое – вечное. Бог творит мир. Обо многом не скажешь сразу, но вы видели, какая рамка у пчел? Чтобы набрать одну ячейку мёд, не то, что тонны их, тысячи идут на базары. Мы должны признать, что ни одно насекомое никогда не сделает архитектурную точность. Простое дело. Весной нужна пыльца. Они заранее заготавливают. И какой, смотри, какой шестигранник-то. И толкут, голова-то у нее не такая, как у нас. Лапками хватается за концы этой ячейки и долбит. А чтобы не пропало, медом заливает. А чтоб мед не вытек, по самой вершине заливает воском. Это человек о своих детях так не заботится. И в любом вопросе нам нужно открыть глаза и посмотреть, что нас окружает. Мы окружены морем, океаном любви Божией к нам. И вершина любви, что Сын Божий принимает человеческий образ, в лепоту обличился, то есть в красоту. Красивее, лучше человека нет никакого творения на земле. Раньше говорили, что если человек был бы разобран на что-то 320 миллиардов клеток, то достаточно 10 клеток взять, чтобы по-человечески электроникой забиты были здания трехэтажные два. Мы даже это не понимаем. Я что-то помнил там 60 лет назад. Ну вот я приехал на то место, где обратил меня Господь. И сразу все всплыло, и я выключился из этой обстановки. И стою и рыдаю, плачу. Был день моего перворота. Значит, лучшая красота для нас – это признание Христа Спасителем. Когда-то уверовал. То, что сейчас вот мы видим, как люди, ну, бывает часто, не по любви, пробивают должность себе, семинаристы и другие. А чтоб по любви, он не должен бояться что-то сказать, если не так архиерею. Владыка, этот народ Бога не знает. Вот хорошая Пасха, какая хорошая. Многие о Христе не знают ничего, Библию ни разу не прочитали. Евангелие лежит заброшенное где, я с народом работаю. И поэтому любовь выражается к нам в том, что приехал архиерей, в том, что я не слышал, что Владыка сказать мне. Я другое хотел говорить, но тут нужда заставила сказать. У нас такие события тут были. Любовь – это не потворствование. Вот сейчас кто-то пришел бы в церковь, как? Ну иди заплати. Ладошкой мокрой по голове, все, католичили уже все. А как по Божию? По Божьему так, как Иоанн Креститель. Люди идут. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Порождение ехиднины, змееныши. Да к тебе люди пришли, что ж ты грубишь-то здесь? Иоанну Златоусту говорили, он не проповедник. Он только ругается и ругается. Чего ты нападаешь на богатых? До тех пор, пока не перестанете угнетать бедных. Мы должны мыслить категориями святых отцов. Итак, это не просто мой спич какой-то, а выстроенная любовь. Бог есть любовь. Мы знаем, что мы грешные, архигрешные, супергрешные. А где же святость Божия? Евангелист Иоанн, ученик любви, определенно говорит, рожденный от Бога не грешит.
Момент, когда ты вынырнул из воды, вынырнул, не просто мокрой ладошкой за деньги тебе задели голову. Вынырнул из воды, ты родился для новой жизни. С прежним покончено навсегда. Не просто не грешит, а далее он говорит, и не может грешить. Для православных это слова-то какие-то богохульные прямо. Как не может? Да мы же грешные. Грешные. Канон Андрея Крицкого 1100 лет назад был написан. Это первая ступень для оглашенных. Вторая, те же события, 204 библейских. Благодарение. Мы это сделали. В интернете стоит. И третья, высшая ступень молитвы. Славословие. Мы славим Бога за сегодняшний день. И более всего, за имя, которое дал нам новое имя. Мы христиане. У православных как? Если ты сказал, что ты избранный Бога, так вот, прямо скажут, прелесть. Гордыня и прелесть. Два главных орудия, в которых сопрели. А как нужно сказать? Господь меня избавил. Он открыл мне глаза. Я увидел, что слеп и нищ и нах. Он говорит, купи у меня мазь. В день крещения вы получили эту мазь. Проверим себя, когда мы обратились к Богу. Когда родилась, в паспорте записано. Это все умрет. Когда ты духовно родился. Вот он, человек избранный. Избранный. Он говорит, я избран от утробы матери. Это Савл. Терзал, мучил. Я не достоин называться апостолом. Момент, когда сиял его свет, и услышал он голос Божий. Что ты гонишь меня? Вот этот момент, назовите себе, я могу назвать 27 сентября 1962 года, 17:00. Сойдя на берег с корабля, я получил Евангелие первый раз. И Бог открыл мне, при всех моих успехах, одна пустота. Я встал на колени, не больше 20 минут была молитва эта, с кем я встретился. И на утро весь караван кораблей узнали, Лапкин сошел с ума. Итак, если вас никто не гонит, не преследует, подумайте, как так может быть? Если враг похвалил тебя, какую оплошность мог сделать? Мы знаем 9 блаженств. Это любовь Божия. Когда ты учился плакать, не от того, что тебя обидели, а плакать за грехи народа, со слезами взывать об архиереях, о патриархе, мы предстанем на суд, там этого не будет, что сегодня украшение. Человек предстанет и будет сказано. Не знаю таких. Не приведи Господь, о чем мы считаем у святых отцов. Это сегодня сердце наше содрогается. А если я не спасен? Спасение только в одном. Бог не говорит, что дай мне 23 часа в сутки. Всю жизнь. И отдай десятину. То, что положено средство. Вышвырни все остальное. Не торгуйся с Богом. Бог сказал, и ты скажи аминь. Напоминаю, что когда Бог водил народ израильский в обетованную землю, прежний народ не поверил, что Бог даст. 40 дней разведчики были, и 40 лет ходили, пока не примерили, кто старше 20 лет. А новое поколение Бога не знает. И снова прием Божьего закона. Бог поставил на долине людей и показал две. Горизим и Гевал. Это сегодня отстоял, вышел, какой был, никто тебя не знает. Ты должен сказать так. Я проклинаю всякий грех, да не прикоснется ко мне. Бог говорит, проклят нечтущий отца и мать, и все смотрят на Гевал. Должны сказать аминь. Если не сказал аминь, ближайший должен донести. Дальше. Чтущий отца и мать будет долголетие на земле. Две горы, они услышали. Слышим ли мы голос Божий, голос любви? Господь, возлюби меня всем умом, всем сердцем, всей душою. А юноша добавил еще и всей крепостью. Сколько? Много у тебя? Мало? Спортсмен ли ты? Богатырь? Все. Богу не 90% нужно. Он отдал всю жизнь до капли крови. И на меньшее от нас не согласен. Возлюбите Господа Бога. Мы сегодня переживаем необыкновенное время. Мы знаем, чем закончится этот мир, кто захватит власть. 3,5 года будет царствовать. В первую очередь погибают священники, архиереи. Библии будут изъяты. И юноши, которые сегодня не хотят читать, они будут Библию читать. Будут ходить от моря и до моря, не ездить, не по интернету. Ходите искать. 4.11 читаем пророка Амоса. И не найдут. И будут истаивать. И будет там написано, клянущийся Богом Дана. Из данного колена придет Антихрист. Сколько тайн нам сегодня Бог открывает, Божий любил. Заранее нас предупредил. Мы переживали, как сегодня, долго. Ни сигнала с дороги нету, приедет ли владыка, нет. И он услышал наши слезные молитвы. Из 9 блаженств только об одном говорится.
велика ваша награда. Кто заботится об этой награде? Блаженны, и дальше говорится, блаженны нищие духом, плачущие, утешатся, а тут когда вас будут гнать, преследовать, враги ему домашние его, не чужие. Если вы это терпите, они им не открыты, они, может, давно похулили Духа Святого, что они делают. Но Господь говорит, велика ваша награда на небесах, мы хотим принести радость друг другу. А тебе сказали бы, принеси радость ангелам. Только одним, если душа через тебя придет к Богу, не от Бога. Почему Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Я это говорю открыто. И для владыки нашего это очень дорого. Он успел несколько слов сказать, я слышал. Это все ли люди ваши потеряевские? Я говорю, со всего мира почти. Из разных государств приехали. Мы это все пережили. Мы благодарны Богу за этот день. Впишите его в аналы своей истории. Вы будете рады, что услышали о любви. На меньшее Бог не согласен. Для меньшего, для нашего кто есть, как самого себя. А как? Три ступени. Отвергнись себя, растопчи. Второе, возьми крест страдания. И третье, следуй за мной по заповедям Господним. Да будет ему слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.